Рождественский пост – время, которое каждый человек хочет провести с пользой. Духовно обогатиться, позаботиться о тех, кто нуждается в помощи и защите. Издревле укрепилось желание к празднику святителя Николая дарить подарки и окутывать любовью тех детей, которые находятся рядом с нами. И, как известно, чужих детей не бывает. Дети в этот праздник должны все почувствовать теплоту наших сердец. Святой Николай был чудотворцем. Его имя связывают с покровительством бедных и детей. Следуя его примеру, Одесская епархия общими усилиями всех неравнодушных проводит благотворительные акции, призванные дарить детям добро. Цель и задача данной акции – поделиться теплотой своего добра с теми детьми, которые особо нуждаются. Это дети переселенцев, это дети из многодетных семей, это дети-инвалиды, дети, которые лишены родительской опеки и заботы, находящиеся в интернатах нашего города и нашей области. В каждом православном храме будет стоять корзина, в которую можно принести все то, что мы хотим подарить детям на праздник. Необходимо в любой православный храм нашей митрополии принести те игрушки, разукрашки, все то, что мы могли бы преподнести детям и чтобы могло принести радость детскому сердцу. Кроме того, в канун праздника святого Николая Чудотворца молодежный отдел Одесской епархии для помощи детям проводит акции и флешмобы возле известных сетей супермаркетов и торговых центров. Кроме игрушек, если имеется у кого-то малейшая возможность приобрести молочные смеси, потому что многие сегодня на искусственном вскармливании очень сложно приобрести по нынешним дорогим ценам все то, что не просто продлевает жизнь, а дает жизни. И поэтому, если есть какая-то малейшая возможность, все это будет передано многодетным семьям, где действительно испытывают дети нужду. Если есть чистая, хорошая одежда, сегодня она довольно-таки качественная, и дети растут очень быстро и не успевают изнашивать одежду. И если есть такая одежда, ее тоже можно принести для того, чтобы в интернатах мы могли бы одеть тех детей, которые очень ограниченном количестве имеют какую-то одежду. Подарки уже можно приносить в каждый православный храм Одесской епархии УПЦ. С вашей помощью сотни детишек, которые нуждаются в поддержке, к празднику святого Николая получат так необходимую им любовь, внимание и заботу.